доброго времени суток. Благодарю вас за то, что зашли на мой канал. Смотрите, какой красивый обзор. Здесь сквер. Так, и вот. Обещала вам показать памятник. На Амурский залив. Тепла. Для лета середины прохладновато. Смотрит сюда, на красивые виды, на Амурский залив. Здесь вот железная дорога, Транссибирская магистраль. Замечательный пейзаж. Сейчас мы прогуляемся. Это район Амур-городка. Покажу, как все здесь выглядит. Памятник Катюше, песню все знают. Помните, когда на играх спортивных для победителей запретили гимн России, то сказали, что заменят песни Катюши. Так, здесь такая площадка ледовая, красивый обзор. Посмотрите. Здесь красивые рассветы, шикарные закаты. Амурский залив. Высоко. Только не снимала. Теперь здесь. Красота. Хоть картину пиши. Отдыхают. Вот так вот.
выглядит. Может, кто-то в этом районе жил. Сейчас покажу вам все, что здесь новенького. Овчинникова 10. Балконы такие вытягивают. Сейчас у нас устанавливают. Так, модный город Севкандерхайд. Уже там 40% скидок. Можно сюда зайти, кому надо. Сейчас здесь все выглядит. Сеть магазинов низких цен. Здесь такой небольшой огородик. Пересадки волос. Здесь она находится на столетии, проспект столетия Владивостока. Так, даже дом покажу. 37А. Здесь пересадка волос. Так, это дом, проспект столетия Владивостоку, 39. Любите, когда я показываю дома, что узнаете? Кто-то места, где раньше жил, был, там вот школа недалеко есть, тоже как-то снимала, вы узнали, написали мне в комментариях, что там учились в этой школе. Конечно, приятно. Долго не было посмотреть, как все изменилось, что сейчас так. Немножечко дров еще осталось после ледяного дождя. Видите, да, кучки. Очень много их было. Так, здесь ромашки красивые. Ой,
минуточку. Так, себя показала, что это именно я. Так, смотрите. Здесь 39А, проспект столетия Владивостока. Так, и рядышком то же самое. Проспект столетия Владивостока, 41. Узнает. Книжки. Так, вот здесь что-то будут строить. Сейчас по всему городу строительство идет. Так, у нас здесь так. Уже на столетие идем. Посмотрим, сейчас там детская площадка. Так, вот это Овчинникова улица. 12А. Ваша папарацци все снимет. Ехи собак. Заходить в магазины, не отпустят товар. Снизу дома не пошла. Тоже интересно, как сейчас здесь все выглядит. Вперед! За мамой! Площадка. Здесь потише, ветра нет. Здесь можно погулять, такой какой-то скверик. Кстати, я здесь и не была, по-моему, вообще никогда. Так, ну, давайте спустимся, интересно мне. Вот
и земля здесь нормально спускался. Будем знать. Посмотрим, что там. Здесь везде машины ездят, здесь потише. Так, и там какое-то, по-моему, футбольное поле. Посмотрим. Ой, какой хороший сквер. Будем знать, что он здесь есть. Хорошо здесь рядышком погулять. Кто здесь живет? Сейчас вам поснимаю. Что у нас? Почти середина лета. Какая погода? Можете по одежде видеть. Жарко. Сегодня даже прохладно. Не знала я, что здесь такое есть. Вот забрела сегодня. Посмотрит, что после опять может себя узнать. Здесь поле футбольное. Смотрите, там даже со зрителями. Вот. Интересно здесь. Классно. Так что, кому надо, приходите. Сквер хороший. Много деток. Лето. Все гуляют. Тут растет вишня. Здесь, кстати, шелковицы нет. Не растет она здесь. Даже не знают, что здесь, что это такое. А я покупала ее. Так, помните, я с Украины. Там она растет. От нее руки пачкаются, но есть и темная, как чернила, и светлая тоже. Собака не гуляется. Ну, это когда я сюда приехала, я только много лет назад говорю про шелковицу, даже не слышали, что это такое. Так, у меня сообщенникова 20 здесь. Споткнулась. Бежит, сейчас вот дети. Так, здесь можно спортом заниматься. Спортивное сооружение. Здесь ход собакой запрещен. Написано. Там за ретро стоит. Ой, теперь мне жарко стало. Находилась. А вообще прохладно. Даже хочется что-то еще сверху надеть. Так, это ретро. Автомобиль. Так. Проспект. Стоит Владивостока 49. Черные, все черные.
ячейка. Когда ячейка сюда пойдем. Так, за окна я не отвечаю. Помните, уже в одном из видео говорила. У нас такая была солидная фирма. По окнам их устанавливали там и лоджии, и окна, и все они там делали, пластиковые потолки натяжные, много-много лет. Я даже могла бы их рекламировать, но, как потом оказалось, через несколько лет своей деятельности они внезапно закрылись. Вот и сейчас по сей день идут суды, так как и окна не установили, люди деньги заплатили. Вот они. Видите, фирму я не отвечаю. Я только могу сказать, что вот такая есть. Что она там дальше делает, я не знаю. Говорила. Так, здорово сегодня. Так, это проспект столетия. Владивосток идем. Здесь мы все как-то мы мимо проезжали. А сегодня, видите, мы с вами приехали сюда специально поснимать для вас. Мне сюда не надо было. Я для вас съемочку. И вот памятник, говорила, разведчику легендарному. Хотела снять сейчас и сегодня по памятникам у нас прогулка. Снимаем. Надеюсь, видео вам понравилось, оно было информативным, полезным. Пожалуйста, кто еще не подписался, подписывайтесь, ставьте ваши лайки, жмите на палец вверх, если понравилось, жмите на колокольчик, он будет оповещать о новых видео, пишите ваши комментарии, делитесь видео. Хороших просмотров, всех благ!